Так лучше. А ты как? У тебя кровь? Да. Все хорошо. Хорошо. Что ты делаешь? О чем ты? Ну, это поездка, этот поцелуй. Зачем все это? Стефан думает, что у меня есть к тебе чувства. Это так? Я не знаю. И ты думала, что поездка поможет тебе это понять, да? Нет. Или ты надеялась, что я все испорчу и помогу тебе принять решение? Деймон. Я ошибаюсь? Ты всегда все портишь, Деймон. Ты все портишь, ты... Сам подумай, каждый раз, когда на пути препятствия, ты сам не свой. А если бы не испортил? Если бы не было препятствий? Прости, Елена. Но в этот раз я не собираюсь упрощать тебе выбор. В этот раз ты должна выбрать сама.